Пошли на рекорд. Более 430 тысяч человек, почти 8 тысяч единиц спецтехники, 50 миллионов квадратных метров территории. В Самаре подводят итоги апрельской генеральной уборки. Городские службы ЖКХ и благоустройства работали без перерыва. Днем убирались, ночью ремонтировали дороги. На субботники и средники во дворы выходили неравнодушные горожане. В парках и скверах работали студенты и школьники. Большой вклад в чистоту города в этом году внесли и промышленные предприятия. Месяц привели в порядок детские площадки, урны, скамейки, фасады зданий, чердаки и подвалы. В целом, конечно, кампания прошла еще более организованно по приведению города в порядок. Это, конечно, не может не радовать, но тем не менее еще очень-очень много остается того, что необходимо делать. Я убедительно прошу вас вот этот темп, этот ритм, этот системный подход сохранить на все лето. За время генеральной уборки с городских улиц и дворов вывезли почти 129 тысяч кубометров мусора. На эту работу мэр Самары обращает особое внимание. Уборка улиц не прекращается, а потому вывоз мешков с мусором должен быть регулярным и оперативным. Точные сигналы поступают, надо на них реагировать просто пооперативнее. Но и глав районных администраций тоже призываю мониторинг осуществлять ежедневно района с тем, чтобы у нас там эти пакеты не разрывались. Понятно, что новые возникают пакеты, да, по уборке мусора, мешки, связанные с уборкой мусора, но они не должны залеживаться. То есть их достаточно быстро нужно ликвидировать. В течение месячника ежедневно проводился мониторинг, ну и последующие недели все в рабочем порядке. Были периоды, когда до 320 адресов мы доходили невывезенного мусора, но было связано с активным проведением, скажем так, работы по месячнику и сбора зимних накоплений. Но в основном в течение 2-2,5 суток мы, включая внутриквартальку, справляемся с этими работами. Жители помогают нам собирать, мы помогаем его увозить. За чистотой в Самаре следят ежедневно и во все сезоны. Летом свои особенности. Убирают и мусор, и пыль. Уже работают поливальные машины. Будут мыть и дороги, и тротуары, и остановки общественного транспорта. Также в этом году в планах сделать Самару самым благоухающим городом Поволжья. Программа «Цветущий город» уже в действии. В 2016 году из бюджета города выделят 55 миллионов рублей. Цветы высаживают не только в парках, скверах и на бульварах, но и просто вдоль улиц. Цветы разрастутся на площади более 21 тысячи квадратных метров. Принять участие в цветочном марафоне приглашают как предпринимателей, так и жителей города. В Самаре пройдут конкурсы на лучшее озеленение дворов, балконов и уголков отдыха. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.